Всем привет-привет! С вами я, Макстюб, и сегодня мы начнем проходить новую игру под названием Grand Theft Auto GTA 5. Наконец-то же вы дождались этого момента прохождения игры GTA 5, и они уже начинаются. Так что будем приступать уже проходить GTA-шечку 5. Играю я, скажу сразу, на PlayStation 3. Также игра есть и на PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360. На ПК пока что еще не вышла, но должна быть. В марте уже должна выйти. Так что будем все вместе ждать. А я уже не стал ждать ее выхода на ПК. Так что уже приступаем сразу. Будем проходить на PlayStation. Так что начинаем. Так, тут у нас вроде как ограбление банка. Или какой-то конторы. Что-то вроде того. Так, мы держим в заложников. Так. Так, наводим пистолет. Так, у нас сколько тут персонажей? 3. Так. Ну давай, давай. Вставай. Ладно. Пройдемся сюда. Игра вышла в 2013 году, если я не ошибаюсь, вроде как весной 2013 года, да. Я ее же скачал где-то, может где-то, можно даже сказать уже год назад. Я ее играл очень долго, проходил не спеша, чтобы почувствовать саму игру GTA 5, вникнуться как можно больше, ну и многого. Так, что тут делать? Ага, нажмите, чтобы достать телефон. Так, достаем. Так, какой-то такой. Так, подорвать. Так, какую-то мы тут бомбочку заложили в главном сейфе. Так, вроде это банк. Центральный банк. Так, какой-то тут мы в стране находимся. Не посмотрел я. Так, вот и денежки. Так, сейчас грабим. Грабим, грабим. Куш. Так, написанный. Так, у нас 94, уже 95 тысяч баксов мы взяли. Короче, 180, да, баксов. Так, уходим. Ага, тут и охранник. Так, вроде как. Так, удерживайте, используйте, чтобы выбрать персонажа, затем вниз, чтобы выбрать его. Так, выбираем. И все, застрелили, все быстренько. Очень удобная функция, вам скажу, что при опасности малейшей можно сразу переключаться на персонажа другого и творить дела так. Здесь мы присядем, потому что сейчас мы подрываем дверь. Боба-липучка, если я не ошибаюсь. О персонажах я вам попозже расскажу. Ну, сразу скажу, что в игре GTA 5 персонажей не один, как в четвертой, а целых трое. Так, копы, копы. Стрельба в этой игре очень удобная. Вот так, смотрите, опля. Сразу уже наводка идет. Можно в укрытие присаживаться аккуратненько. Так, а с чего мы стреляем? Так, автоматическая винтовка. Ну, все понятно. Опля. Есть. Ты ж, ёпта. Ну, пока что
Стрельба у нас еще не сильно развинута, не очень хорошая, потому что точность не такая уж большая. Но это мы узнаем попозже. По ходу игры я вам все расскажу. Нас ждет очень интересно, много всего увлекательного, приключений, взрывов, взломов, стрельба. Ой, там много чего нас ждет. Так, мы сейчас пока не можем на другого персонажа переключиться, так как это недоступно. Так, у нас три персонажа. Пока что... Это пока что только начало. А, все. Все, садимся в машину и валим отсюда. Давай, давай, давай. Так, а вот и наш водитель. По графике игра очень большой, огромезный плюс. Я поставил GTA 5. Очень хорошо постарались. Rockstar Game. Блин, на хвосте полиция. Черт. Так, а это один из тоже главных героев, могу сразу говорить. Это Тревор. Ну, про него мы узнаем немножечко попозже. Так, водителя убили, к сожалению. Так что давайте сейчас валим, доверитесь до места посадки вертолета. Ну, хорошо, кеюшки. Так, одерживайте L2, чтобы притормозить или... Что? Если смотрю, все понятно. Ах ты ж, блин, копы. Нифига себе, 5 звезд. Ну, в GTA понятно, всегда умеряются копы в звездах. Опасность, сразу звезды. Так, здесь поворачиваем, ни в коем случае прямо не едем. Потому что вот там сразу копы стоят. О, как подрезал, отлично. Авария. Так, нам надо быстренько сваливать отсюда. Что, копы сейчас доедут? Что будет? А еще раз повторюсь. По графике в PS4 Xbox One, конечно же, намного лучше. Ну, при съемке этого видео вы, конечно, не ощутите такую прям аж вырисовку, всю такую графику, все такое самое лучшее вы не ощутите. Ну. Блин, подстрелили наших парней. Так, сейчас мы играем за Тревора. Ты ж, блин, ну, валите. Так, охереть, 5 звезд. Ой-ой-ой, ах ты ж, бляха. Ты ж сдохните, да, правильно, Тревор. Так, а что у нас есть с оружием? С оружием. Так, здесь помповый дробовик. Отличное оружие. Очень эффективное при маленькое расстояние. При маленьком расстоянии. Очень эффективное. Вот у нас там будет урон, дальность, скорострельность. Все будет там написано на оружиях. Короче, узнаем все попозже. Так. Так, мы все-таки Тревором убежали. Но копы нас догоняют. Посмотрим, догонят или нет. Думаю, этим, наверное, и начнется GTA 5. Наше прохождение. Так, мы находимся на каком-то кладбище вроде. Так, а что здесь? Так, хоронят. Я так понял.
хоронят двух ребят. Вот эти как раз при ограблении банка. Так он, Майкл, оказывается, их надурил. Подумали, что он как будто сдох. Так что... Так они его хоронят, получается. А он на самом деле сбежал. Его тогда подстрелили. И он как-то спасся. И Тревор спасся. Так, Grand Theft Auto GTA 5. Ну что же. Вот и начало самой игры. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? Так, походу, Майкл даже рассказывает психиатру, по-моему, даже то, что он даже грабил банки и все такое. Так что не боится то, что он может его сдать федералам. Так, ну что же он делает у психиатра как-то? Странно даже. Значит, что-то с ним не в порядке. Что-то с ним с головой или что-нибудь такое. Хочешь напомнить, Майкл тоже будет один из главных героев GTA 5. Вот и начинается заставочка игрушки GTA 5. Как красиво показывает, блин, просто жесть. Жизнь людей, пляжи, дома, зарядочка, всякие виды аттракционов. Пристани. О, качки какие, ого. Бомжара. Так, какие-то тоже тут пацаны ходят. Два нигера. Так, какое-то у них тут, наверное, дело, или что это? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. Business, у них какой-то тут. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Так, а это мы уже играем за какого-то персонажа. Вроде как играем за... как его?
Франклина. Это тоже один из главных, из трех персонажей игры GTA 5. Ну, побольше мы узнаем о нем попозже, конечно же. Так, что же мы здесь делаем? Выбираем какую-то машину. Так, давайте уже вот эту, давайте вот эту беленькую выберем. Так, а сейчас мы, наверное, погоняем. Чтобы опустить, поднять крышу, кабриолета удерживайте. Понятно, когда машина стоит. Следуйте за Ламаром. Наверное, Ламар — это дружок Франклина. Так, машина вроде как гонит довольно быстро, так что аккуратнее будем на поворотах резких. Сейчас мы катаемся по городу, просто его так осваиваем, смотрим достопримечательности и следим, как раз едем за Ламаром. Мы, конечно же, можем по правилам ездить, а можем лихачить. Ну, как по мне, мне больше как-то лихачить больше нравится, да. Ой, царапнул машину, ну ладно. Так, что тут еще имеется в игре? Так, это мы уменьшили немножечко. Так, это мы играем режим с первого лица. Так, ну, мне как-то больше нравится вот, вот так управлять. Так, какой-то мы тут киностудии вроде оказались. Так, чтобы включить ручной тормоз, нажмите R1 или хрестик. Ну, понятно. Угу. Так, можно музыку поменять? Да, радио тут, понятное дело, что имеется. Да, хорошее начало игры, я вам скажу. Очень довольно такое впечатлительное. Вот тут надо очень быть осторожным. Упс. Ой-ой-ой, давай-давай-давай. О. День и ночь здесь в игре тоже меняется, как и в остальных игрух GTA. Тут, конечно же, ставится еще время. Например, ночь прошла, новый день, понедельник, вторник, среда и так далее. Так что, все здесь есть. Так, вроде мы приехали, а нет. Так, нажмите стрелочку вправо, чтобы включить или выключить фары. А, вот, мы включаем или выключаем. Так, за Ламаром мы следим все. Едем, едем, надо не отставать. Так, чтобы улучшить управление транспорта, вот, стуки, повышение показателей управления, ну, это понятно. Так, вроде доехали. Так, увидимся в салоне, как сказал Ламар. Так что, так, это мы вроде от копов убегаем. Звезды на экране обозначают ваш уровень розыска, и если горят хотя бы одна звезда, полиция будет вас разыскивать. Но это далеко ни для кого не секрет. О, хо-хо-хо, какой, блин, прыжочек. А мы сделали. Замедленная съемочка. Так, используй, чтобы контролировать транспортное средство. В прыжка приземлиться на колеса. Используйте для управления скоростью. Так, тоже. Так, как это пропустить, можно? Телефончик появился, исчезает. Будет не мягкая посадочка, а.
Сейчас как шмякнемся, а. О-хо-хо-хо-хо. Отлично. Но мы не выполнили прыжок. Да и не хотелось как-то выполнять. Блин. Все, вроде мы продули. Да. Если вы будете проигрывать, у вас будет вот такая заставочка. Довольно неприятная. Надо было оставаться в машине и свалить. Надо сваливать было от копов быстренько. Не надо было этот прыжок делать. Ну кто ж знал. Так, сейчас свалим аккуратненько. Так, я опять же сюда еду. Нет, уже не поедем. На этот прыжок, блин, долбанный. Так, а здесь есть карта. Карта в этой игре. Карта, конечно же, есть. Но она еще не вся видна. Это потому, что мы еще не все здесь проехали. Вот когда вот мы будем вот здесь, например, ездить. Вот здесь проедем, у нас будет уже все освещено. Также можно сделать пометочку. Точку маршрута поставить, куда вы хотите приехать, в какое указанное место. Вот такими радарами обозначаются копы. Если у вас горит какая-то красная, такой красненький кружочек, это означает, что это из тоже каких-то уличных бандитов. Ну и всяких гопников. Такие опасность, короче, обозначает. Вот, копов надо держаться не в ихней видимости, в ихнего радара. Так что свалим. На первой звездочке вроде обычные копы, на второй очень-очень редко, я вам скажу, появляется вертолет. Появляется вертолет. Блин. А на трех звездах уже, понятное дело, уже вертолета 3-2 это точно будет. Ну и так далее. Так, вроде мы уже не в поле видимости, звездочки горят. Так что сейчас мы от них скроемся. По проулочкам, видите, мы тут пока покатаемся. Так, доставьте машину дилеру. Ну что же, сейчас доставим. У нас уже сразу прорисовывается маршрут желтенькой такой линией. Это считайте как GPS. GPS. Сразу обозначается даже на самой главной карте, сколько надо ехать до места назначения, которого вы поставите, или в самой игре надо будет доехать. Сразу ставится вон, как раз сейчас километр 50 вроде, да. Что мы с машиной сделали. Так, эта машина вроде Audi, да, Audi. Почему же в машине нет не полностью все кольца? Я вам скажу, потому что это, если бы в игре так сделали, тогда это было бы посчиталось как нарушение авторских прав игры. Разработчики просто отрезали немножечко колец. Пол четырех колец, да. Так, вроде почти мы доехали. 300 метров там остается. Буквально. Так, вот тут этот салончик, по-моему. Салончик Premium Deluxe Motorsport. Так, тут Франклин что-то там может получать машины, да? Угу.
Так, Ламарчик уже приехал быстрее нас. Ну, понятное дело, его ж копы не разыскивали. Так, так, что это за жирняк? Жирдрест? He's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. Так видно, какой-то пацанчик. Give him a high. That's a real man. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he really made it. Gonna get all this full money, watch it. Look, man, I gotta go. Hey, Samuel, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. Так, все, уходим вроде. Так. Ага, этого мужичка. То есть паренька зовут Джимми, я так понял. Так, его учит водить машину вроде как. Так, а здесь можно украсть машину? Давайте украдем. А, нет, нельзя пока что. Ладно, на этой мы уже как раз на нашей не поедем. Так что, ну, на к черту. Так, у каждого игрового персонажа есть свой уникальный транспорт. Это хорошо. Свой уникальный транспорт. Так он должен, этот уникальный транспорт, где-то сохраняться. Например, когда вы сохранили игру, он должен где-то появляться. Попутно, где вы находитесь. Так, у Франклина вроде как вот такой, такая беленькая машиночка. Так, вы можете установить приложение iFruit на своем смартфон или планшет, который может вам в игре, например, вы сможете тренировать Чопа и модифицировать транспорт. Кто не знает, Чоп — это собака Франклина. Чоп тренировать. С ним такая прелестненькая собачка. Так, валите. Так, сохраняйте транспортное средство, паркуя их в своем гараже. Так, припаркуемся. Все, выходим. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucked. Так, я так понял, Франклин такой уличный пацанчик, уличный нигер. Такой простенький. Франклин из Франклин. Так, а это кто? Это его берлога вроде. Okay, baby. I'll see you at the thing. You hear? Так, это его мама вроде или тетя какая-то. Что-то вроде этого. Так, а это комната Франклина, ага. Если вы решите поспать на кровати, то игра будет сохранена. Так, чтобы сохранить любое время, жмите кнопку быстрого сохранения на телефоне. Это мы сейчас и сохранимся. Чтобы переодеться, подойдите к гардеробу. Все понятно. Так что, давайте, может, переоденемся. Так, все, нажимаю сохранить. Франклин и Ламар. У нас будет всегда это высвечиваться колоночка. Без единой царапины мы прошли. Но мы прошли на серебро, 63%. Внимательный водитель, победитель. Мы прошли что-то там с Ламаром или что там было. Так, выполняя задание, можно выбрать в разделе «Игра», в меню «Паузы», пройти заново на ход сюжета и не только. Ладно, не будем нажимать же. Так, давайте, может, переоденемся, посмотрим, что у нас там есть за костюмчики. Так, костюм, пиджаки. Этого, я думаю, всего нету еще. Вряд ли. Ладно, давайте выберем уже из готовой одежды. Давайте вот так. Все. Вот такой пацанский вид мы выбрали. Так, если вы заходите, у вас очень мало житок остается, так то вы можете прийти в вот эту конуру Франклина. И где-то здесь были две аптечки, если я не ошибаюсь. Сейчас мы поищем. Вот.
одна аптечка и, по-моему, в ванне должна быть одна аптечка. Так, кладовка, спальня. А где же ванна? Угу. Нету аптечки? Ну ладно. Ну должна быть. Может и потом она как-то появится. Ну ладно. Так, выходим из дома. Так, в ваш инвентарь был добавлен новое оружие. Покупайте и модифицируйте. Ваш гараж, ангар на пристань и так далее. Что-то добавлено. Так, кто-то нам звонит. Давайте ответим. Симон какой-то. Так, мы ничего пропускать не будем. Так, Симон отмечен на карте значком S. Направляйтесь к нему, чтобы получить работу. Да. Ладно, давайте нашу машиночку возьмем, а? Или давайте же... кого-то возьмем. Своруем, а? Так, драка здесь. Очень хорошие удары делаешь, Франклин. В режиме биться очень классное. Мне очень нравится. Так, оружие у нас пока что пусто. Все у нас пусто, да. Ничего у нас нету. Ага. Можно даже выбирать биться вот бутылочкой. Так, кавалерский кинжал. Это уже слишком. Ладно, давайте пока просто ударим. Попробуем. Нифига. Классно. Ой-ой-ой-ой-ой. Если видите красные точки в игре, то есть на карте возле меня как раз находится, это означает, что можно считать даже противниками то, что они на нас нападают. Ой-ой-ой-ой. Блин, нарвался я, конечно. О. Посмотрим, где есть деньжатки, а? Так, вроде нету. А вот пацанчики, а? Банда ихняя, а? Ой-ой-ой-ой. Ой, нас копы заметили. Так, сколько у него баксов было? 18. Но этот показатель неплохой, я вам скажу. Максимально сколько там было? Где-то 29 вроде. Сколько находишь вообще в игре баксов. Так, садимся в машину и сваливаем отсюда. И едем как раз на задание. Так, скорая помощь уже едет. Ой-ой, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Вот-вот. Так, оно свали, быстро, придурок. Так, удерживайте кнопочку влево, чтобы ввести на экран селектор радиостанции. Затем выберите станцию с помощью R. Все понятно. Давайте, что это такое? Вот, давайте рок-радио. Ну что ж, едем на задание. Сразу можно, если вы не хотите потеряться, я думаю, вы не потеряетесь, ставим заметочку вот так. Заметочку ставим на определенное задание, и вы не потеряетесь. Так что едем. Сразу говорю, люблю лихачить, так что привыкайте ко мне. Аккуратно, я практически никогда не езжу. Так, мы приехали к Симону. Так, я уже догадываюсь, где этот Симон. Да, мы же здесь были уже, да. Hey, what's up, Simeon? My dear boy, so good to see you, so good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month, huh? Oh. Congratulations. Хм, мы работник месяца. Ничего себе. Спасибо, дружище. Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing. Так, походу, Франклин работает в салоне. Хм. Я сам даже не знал до этого момента. But tomorrow, together,
I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Never. Вот и Ламарчика. Franklin here has been awarded employee of the month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get what you mean, us... fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, employee of the month. Man, fuck you, and come on. He's about a yes, master ass nigga. Ну что, Ламарчик, ты нигер, блин, завидуй мне, я тебе работник месяца, а ты нет. Так что, в следующий раз тебе повезет, может, в следующем месяце, тебе и назначат. Так, куда мы отправляемся? Так, опять же, наверное, на какое-то задание. Так, вы сможете сменить камеру при вождении. Вы нажмете, можете изменить высоту этой камеры в меню настройки. Все понятно. Ладно, все. Гоним. Можем вот такой видок сделать. Но это довольно неудобный. Или вот так. Уху. Ладно, все, не будем. Не, по правилам я не собираюсь ездить, так что это очень довольно скучно и долго. Так, также можно, тут же есть и на карте обозначение, так как, например, амунация. Амунация там, где вы можете прикупить себе оружку. Амунация с тиром, пострелять, потренироваться в стрельбе. Где такая? А вот карта, да. Так, сразу, когда вы заходите ехать, сразу обозначается пунктом назначения. Гараж Бейкерс. Там вы можете брать любое транспортное средство. Но игрок, понятно, это ваше перемещение. Убежище там, где вы сможете спрятаться или пересохранить игру, переодеться, ну и прочее. Так что... Ну, на карте еще обозначены такие разноцветные полосочки. Зеленая, салатовая, голубенькая и желтая. Зеленая обозначает ваш уровень жизни. Ну а все остальные это вашу броню вроде. Как вы? Вроде как-то того. А желтая обозначает под водой, когда вы плаваете. Желтая полосочка, когда она кончится, вы сразу начинаете задыхаться. И потом же вы умрете. Но это мы проверим все попозже. Все, 90 метров, тут вообще копейки остаются. Так, к пляжу мы подъезжаем где-то примерно. Так, нажмите квадратик, чтобы перелезть. Так, но это несложно. Перелезаем. О, все. Алкоголик какой-то. Капец. What's wrong with you, homie? You want me to break you off some of this shit or what?
Так, давайте, может, не оружек у нас нету. К сожалению. Ладно, следуем за Ламарчиком. Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in a past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? This is a shady ass alley. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. Hey, hold up. Так, в каком-то мы тут здесь находимся в квартале. Что-то здесь должно, наверное, произойти, или переговоры какие-то должны сейчас быть. Так что, кого-то мы сейчас ждем. Ага. Обыщите там чего. Ага. Эндли. И что мы здесь найдем? Да какой-то мы байк должны найти. Охо, все, сейчас развяжется войнушка, а? Ну что, бля? Так, так, оружку мы возьмем у вот этого чувачка. Если она есть, блин. Дайте оружку, алло. Ага, вот, все. Так, что это за пистолетик? Пистолет, карманный пистолет, но это в карманчик, так, обычный пистолетик. Урон слабенький у него. Тяжелый пистолет. Пистолет. Ой. Вот этот напоминает что-то немножко из серии кольтов. Тоже читал вроде давненько что-то из кольтов. Ух ты ж, суки, а, блядь. Что, получили? Ой-о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 й. Капец. Жидок практически не остается. Нафига я туда полез? Ладно, давайте немножечко подождем, пока жидки возрастутся. Ё-моё! Я что знал? Блин, Ламар погиб. Так что мы не должны допустить того, чтобы Ламар погиб, получается. Так, стрельба у Франклина не такая уж хорошая пока что. Но мы показатели эти увеличим вроде как. Так, аккуратнее, вон, по ногам. Так, вроде один есть еще, но их там, я думаю, намного больше. О, по-моему, в голову застрелил. О, в голову тоже. Еще один. Так, Ламарчик, вперед. О, машина. Так, давайте где-то в нормальное место скроемся. Аккуратней, Франклин. Ага, появится. Перезарядочка. Так. Блин, у нас кроме этих пистолетов ничего тупо нету. Хотя бы какой-то дробашек, а. Вот этот лучше стреляет. Ну, нет времени выбирать. Так. Еще, блин, какой-то на байке. Да будьте байк. Если уровень здоровья падает ниже 50%, он постепенно восстанавливается до какой-то там отметочки, короче. Не полностью он восстанавливается, но где-то до 75%. Так, нажмите вниз, чтобы уменьшить масштаб радара. Но это понятное дело. Так, мы его должны, по-моему, присануть вроде как. Или что-то... Или просто догнать. Ну ладно, пока что просто за ним следим. Блин, шустрый чувачок попался. Этот, блин, на байке. Но я думаю, сбить его будет... никаких проблем. Так что... Где он? Ага, вот он. Да будьте байк, короче.
Все, мы его сбили, отличненько. Ого, бакс, 80 баксов было. Многовато. Так, я добыл байк, и что дальше? Так, езжай на автомойку. Чтобы повысить показатели вождения, развивайте максимальную скорость, уходите от столкновений, делайте стойки на колесах, выполните прыжки на транспортных средствах. Высокий показатель вождения позволяет лучше управлять транспортом в воздухе и дольше сохранять тренирование или что там было, короче. Так, здесь на этом байке вроде как... Ага, вот-вот. Ну, по городу, я вам скажу, больше, конечно же, машин ездит, чем байков всяких, мотиков. Можно даже сказать так, что байки это редкость встретить по городу. Также в каждом предельном месте города находятся там, например, в каком-то райончике находятся такие транспортные средства, там какие-то более новые машины, там дорогущие, смотря какой район. В одном там чуть победнее, а если вообще за город выехать, вообще тупо в село, ну или там в лес, там уже ты не встретишь такие прям шикарные машины. Ну тоже много всего будет, я вам обещаю. Так, автомойка. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost me. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, bitch sitting cheap asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'm gonna keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Так, вроде все, мы выполнили это задание, реквизит, время, перезапуск, конечно, мы сделали, лихач, выстрелить в голову мы не всех выстреливали, точность, тоже перезапуск, ну ладно, это не самое главное, главное, что мы прошли на 50 вроде, или 36%, 36. Так, незнакомцы и чудаки обозначены на карте Сан-Андреас значком. Знак вопроса. Вот. Значок, знак вопроса. Чудаки и прочие незнакомцы. И вот еще одно задание, Симон. Ну, а следующие наши мы задания будем проходить уже в следующем нашем видео. Во второй части прохождения игры GTA 5. Ну что же. Нас ждут еще много, очень множество удивительных приключений в игрушке Grand Theft Auto GTA 5. Всем еще раз огромное спасибо за ваши просмотры, за ваш просмотр этого первого видео про GTA 5. Не забываем огромное ставить пальцы вверх, не забываем подписываться, чем больше ваших лайков, тем скорее выйдет следующая часть, как только что сделал Франклин. Ну что же, всем спасибо еще раз, да-да-да, блин, повторяюсь. Ну что ж, всем удачи и всем пока, с вами был я, Макс Тюб, пока-пока, ребят.